В целях обеспечения безопасности дорожного движения на дороге Гуфтак-Вайса горные спасатели МЧС Республики уже несколько дней проводят работы по разрушению скалы, от которой нередко выпадают камни прямо на проезжую часть. Горные спасатели министерства обследовали наиболее опасные участки дороги в Заузском районе. В некоторых местах скалы нависают над проезжей частью и представляют опасность для участников дорожного движения. Несколько таких опасных участков уже ликвидировано. Сегодня работы велись в селе Каймулта. Всего в Дзавском районе 8 аварийных участков, где чаще всего наблюдается камнепад. Специалисты МЧС приехали, чтобы изучить наиболее опасные места и ликвидировать их. На трех наиболее опасных участках мы уже провели работы по оборке неустойчивых скальных пород, расчистили их. В этом году на участке дороги Цхинвалза в результате обрушения скалы пострадал мужчина. Несколько дней спасатели и дорожники расчищали дорогу. Чтобы ситуация не повторилась, МЧС Республики аналогичные работы проведет на всех опасных участках автодорог. Спасатели призывают автовладельцев на время проведения работ проявлять бдительность и не превышать скорость. Анжела Кокоева, Айя Кочева, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня.